Жители американского штата Миннесота стали свидетелями необычного природного явления – снежной лавины, которая двигалась в сторону побережья одного из озер, причем прямо из воды. И довольно быстро. Пострадавших нет, зато снегом завалило деревья и даже пару домов. Особенно удивительно то, что на берегу совсем не холодно, около 20 градусов тепла. Специалисты объясняют это загадочное явление тем, что очень резко потеплело, при этом дул сильный ветер. Он-то и пригнал на берег снег, который скопился на поверхности замерзшего озера и не успел растаять.